Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вашему вниманию тест на переход на новую землю. Автор – Бог, Богиня, все, что есть. Читает Лора. Огромный путь, мои родные, мы вместе с вами прошли за последние десятилетия. Обращаюсь к каждому из вас, способным слушать и слышать, смотреть и видеть, ясно чувствовать все то, что написано между строфами. Этот мир был создан мною, нами, всеми аспектами, формами, духом. И потому весь ваш мир духовный. Дух – это волна, точнее, много волн импульс. Мысль плюс энергия. Дух – это информационное поле, которое вами не видно, которое водит сейчас ее руками, а она милостиво предоставила нам свое тело. Мы – Дух, ваш Бог из непроявленного, или Абсолют, или Источник, или Вселенная, и другие. Кому как больше нравится это называть. Но все мы вместе один Творец, сотворивший вас мир, которого многие называют Отец. Алена много лет подключена к нашему каналу. Сегодня мы постараемся не использовать ее разум, а напрямую передать информацию. Вы сейчас на прямом канале связи с создателем планеты Земля. Предупреждение. Каждый, увидевшая эти буквы, автоматически подключается к источнику, к нам. А дальше мы становимся вашими проводниками. Если вы не даете на то своей воли, то на этом месте следует прервать свое чтение или просмотр ролика и заняться более важными для вас делами. Вы и так совершенны. Счастливого пути! Ваш мир не только многомерен, но и многомирен. Многомирие. В одном мире есть множество миров. Каждый живет в своем. Челленеры и многообразие их миров тому пример. Хотя физические тела двигаются вроде бы все рядом. На самом деле и это не так. Раскрыть всю тайну многомирия сегодня способны немногие, пока из числа тех, кто даже видит эти буквы. Но к вам, родные, это придет понимание и осознание. Тому, той, тем из вас, кто осознали тайну и силу своих мыслеобразов, научились управлять, очищать, стирать, созидать и творить внутренними состояниями свою внешнюю реальность, будет скоро даровано право сотворять новые вселенные. Вы прошли в этой иллюзии колоссальный опыт познания своей собственной божественной природы. Вы прошли мощную школу богов и богинь. Мы всегда рядом и всегда поддерживали вас, как могли. Тест на переход на новую землю. Ваш материальный мир в любое мгновение может закончить свое существование. Если это последнее предложение не вызвало у вас страхов, боли, отчаяния, значит, вы уже перешли на новую землю в своих телах, и вы можете созидать и сотворять ее мироустройство в своем сознании, не с кем пока явно об этом говорить и действовать, на свое усмотрение, начиная прямо сейчас и здесь. Действуйте. Ориентир верности пути – внутренний покой, умиротворение и блаженство.
старайтесь меньше раздавать свою энергию во внешнее пространство, эмоции, звуки, глаза. Безмолвие, безмыслие, бесстрашие. Отсутствие материальных привязок к кому-либо или к чему-либо. Самое важное. Мы любим вас. Бог, богиня, все, что есть, мы в каждом, в каждой из вас. Здесь и сейчас новая земля, новый мир, новая жизнь.